Знаете, я что подумал? А пофигу, блин, ладно, давайте через эту дверь пройдем. Просто так будет ближе и легче. Хотя, нет, стоп, давайте тогда еще один ключик возьмем. Еще один возьмем. Так. Берем еще один. А где он? У меня разве больше нет? У меня было два. Или мне показалось? Потому что если мы его используем, мы дальше тогда не сможем пройти. Тогда давайте вверх пойдем. Потому что мне нужен ключ. Ладно тогда. Просто думал, у меня и два почему-то. Ну что, этот друг еще не бегает? Я не помню, тут чего. Тут все сделали или нет? А, вот тут как раз не все сделали. Планы меняются, я и хотел не сюда идти. Вот еще один. Отлично. Так, сохранялки. Давайте не будем брать, у нас их достаточно. Так, тут еще. Ну тут как в оригинале, то же самое. Тоже лечилки тут лежат. Вот. И еще один прикол тут есть. Смотрите. Тут больше ничего нет, ну-ка. Музыка, кстати, как в оригинале тоже. Вот, вот это. Это фишка только с ремейка. Коробка от первой помощи. Фримс не знал, что с ней делать долго. Короче, ее нужно осмотреть и нажать именно наверх. То есть можно нажать сюда. Можно, куда только можно не нажать, короче, вот. А подействует только если нажмешь наверх. Она открывается, и тут спрей, например. Но тут может лежать что угодно. Спрей, растения, смесь из растений. Что угодно, абсолютно. То есть это числа случайным образом. Все, теперь нам нужно в сундучок все это дело скинуть, иначе у нас места-то больше нету. Вот, а тут еще одна комната есть, куда нужно тоже зайти. Так. Вот, встал, наконец-то! Я долго ждал, когда он встанет. Ой, как же долго. Не, ну я реально, почему-то я не понимаю, почему только два выстрела из дробовика нужно, чтобы их убить? Что-то как-то непонятно. Так, ну давайте лишнее уберем. У меня, видите, сколько уже лекарств. Ну, потому что я играю. А если бы я играл без ракетницы, меня бы все время кусали, и этих у меня бы не было лекарств. Я бы их давно бы все потратил. Что я ищу-то? Давайте пока эти ключики уберем. И вернемся обратно в ту комнату, потому что там тоже есть став, так называемый, который нам нужно взять. Причем. Хотя ладно, побежали. Пока я буду думать, я еще буду стоять полчаса. Побежали так. Ну, это все, тут путь свободен, теперь тут пока никого не будет. Так. Теперь у нас вот эта комната. Хотите прикол? Сюда нужен маленький ключик. Возвращаемся к сундуку. Ёб твою мать. Ой. В общем, кому не интересно, можете промотать. Сейчас я побегу, возьму в сундуке ключик и вернусь обратно наверх. В дверь опять не попал. Ой. Беру ключик. Возвращаюсь обратно наверх. Никогда не знаешь, когда этот ключ понадобится, правда? Правда.
Все, кто перематывал видео, можете дальше смотреть. Заходим. Так, дальше. В оригинале тут как было? Подходишь к аквариуму и его двигаешь. Но сначала нужно было шкаф отодвинуть. Тут сейчас будет небольшая интересная штучка у нас. Прочитайте это, кому интересно, нажимайте на паузу, читайте. Если некоторые буквы было не очень хорошо разглядеть из-за яркости, но если я яркость меньше сделаю, то некоторые места, некоторые комнаты вообще будут темные. Вот берем сначала вот эту хрень. Так. Теперь мы берем... Ля-ля-ля-ля. Вот эту хрень. Жучок. О. Жучок-паучок. Мы их совмещаем. Почему нельзя-то? Почему нельзя совместить? Ай, это нужно с этим совместить, жучком. Теперь у меня места нету. Ой, блин. Опять к сундуку возвращаюсь. Опять, ребят, перематывайте. Ну, извините ж. Ну, блин, я уже забыл, блин, все. Опять надо к сундуку, чтобы освободить место, прибежать обратно, совместить этих жучков и получить тот предмет, за который мы сюда пришли. Ой, блядь. Все-таки мне нужны не два места, а три, блин, чтобы было все комфортно. Но Фримес вообще с одним местом свободным бегал. И он постоянно возвращался к сундуку. Это уберем ракетницу. Давайте тоже уберем, пока не понадобится, точно говорю. Жучки эти, паучки, блин. Как было в оригинале проще? Отодвинул шкаф, нажал на кнопочку, отодвинул аквариум. Вуаля, готово. Тут жучки эти, блин, придумали тоже. Не, мне нравится, конечно, нравится, но просто так, когда путаешься, то, блин, бегать туда-сюда, сами понимаете, не очень-то прикольно. Так. Сейчас, прежде чем это сделаем, давайте еще посмотрим, тут что-то есть, нет? Нету. Теперь берем этого. Совмещаем их комбайн. Так, теперь. Этого нужно по сюда наоборот. Так. Сейчас прикол будет вообще. Я когда первый раз увидел, мне так смешно стало. Я просто по комнате и катался и ухахатывался. Просто, блин, такой ржач. Особенно сейчас такой кадр будет прикольный. Сейчас лучше дробовик возьму. Так прикольно, смотри, прикол. Мы его используем и нажимаем на кнопку. И вот одна из... И вот штучка, которая в оригинале... Вот прикол. Смотрите, прикол, видите? Муха это, оса. Вот это вообще прикол. Вот, она тут, короче, летает. Когда я... Первый раз увидел, мне так смешно стало. Особенно вот этот кадр, когда она подлетает крупным планом прям в камеру. Блин, не знаю, я так ухахатывался, вообще пипец. Вот. То есть в оригинале нужно вот эти штучки собирать. А в ремейке нужно вместо них собирать камеры. То есть, фу ты, камеры, блин. Маски. Вот. Все. Не, ну это вообще, я не знаю, не такой... Сейчас мне не очень смешно, но раньше мне было реально смешно. Особенно, как она прям в экран летит. У-тю-тю-тю-тю. Ну, блин, теперь давайте ленту возьмем. Не знаю, мне реально весело, блин.
Я говорю, я не пьяный никакой, просто мне нравится игра, я получаю удовольствие. Все. Теперь, как мы сделаем-то? Давайте на первый этаж опять спустимся. Еще музыка из оригинала играет, вообще супер. Так. Тут картины, кстати. В оригинале тут пустые стены, голые, ничего нету. Не, ну, как я вначале отмычку искал, помните? Ну, это просто, это я не знаю, это просто... Ай, господи, ладно, это пока уберем, берем ключик. Так. Не знаю, что мне еще надо-то. Давайте сохранимся, мало ли, подумаешь, сохранимся, хуя. Сохранимся. Сохранились. Убираем. Теперь побежали, через ту дверь откроем другую дверь. Потом пройдем через еще одну дверь. В общем, посмотрим. Смотрите. Кто запутался, сейчас поймете, в чем дело. Конечно. Побежали через эту дверь. Так. Ну, там еще одна будет. Ну, ладно. Вот еще одна дверь. Короче, идем через эту дверь. Не стрелять. Не стрелять. Проблемы. Нам не нужны вороны. Мне не хочется сражаться с ними. Вот. Прошли через эту дверь. Открываем эту дверь. Надо было... Можно было маски взять их поставить. Но у меня 3, надо 4. Сейчас тут будут бегать. Помните, я тут зомбиков убивал? Что, они не бегают, что ли? Странно. Все, теперь идем на первый этаж. То есть, как бы мы на первом этаже сейчас. Мы и так на первом этаже. То есть, нет, мы на втором сейчас. Идем на первый. Так, и теперь нам нужно использовать вот этот ключик, где была змея. Ну, то есть, где этого чувака укусили. А это на втором этаже я перепутал немножко. Так, идем туда. Там последняя маска будет. И можно будет отсюда уходить. Так. Подождите, а в том месте, где пианино, там что, я не помню. Чтобы туда попасть, нужен был маленький ключик. У меня их больше не осталось. Ой-ой-ой, твою мать, как я испугался-то! Я никак не ожидал тут зомби. Совершенно. Уже лечиться надо. Хорошо, что тут есть лечилки. Реально пипец, блин. Причем он еще не умер, блин. Обосраться. Не, умер. Умер. Пипец. Пипец просто, блин. Так, сейчас будет так же. Ну, тут так же, как в оригинале, в принципе. Никаких изменений. Вот ключ змеи сюда вроде. Нет. Ты будешь спать. В таком случае сюда. Нет, тут тоже ключ не нужен. Куда же тот ключ-то? Тогда в ту комнату, где пианино. Единственная версия. Вот, ну тут так же, как в оригинале, в принципе, тут свечки. Мы их поджигаем. Так. Это мне не нужно. Так, тут еще одна обойма. Так. Ну все, тут двигаем шкаф. И зомби выходит оттуда. У-ля-ля-ля.
Нет, не выходит. Помните, в оригинале тут зомби есть? Почему его тут сейчас нету? Вот он! Это бета-взрывающийся! Ёбаный ты хуй! Это взрывающийся зомби, блядь! Хорошо, что мы недавно сохранились, друзья. Ёбаный хуй, блядь, это взрывающийся! Ёб твою мать! Ой, блин, это было вообще... Это был пипец. Ладно, давайте я сейчас сделаем перерывчик. Я те видео, которые я записал, я их загружу на YouTube и продолжим уже тогда дальше. Это был взрывающийся, господи, мать моя.